Подземные толчки магнитудой 5 и 6 баллов по шкале Рихтера. Свыше 800 человек эвакуированы, 300 оказали первую медицинскую помощь. Ликвидировано сразу несколько очагов возгорания. Это итоги сейсмотренировки, которая состоялась в одном из торговых центров Алматы. Наши корреспонденты узнавали, насколько готовы службы экстренного реагирования к потенциальным реальным землетрясениям. Это первые минуты сейсмотренировки. Горожане выходят из торгового центра еще в приподнятом настроении. По лицам видно, что никто из алматинцев не воспринимает учения всерьез. Но это пока. После прохождения через симулятор землетрясения горожанам стало не до смеха. Они буквально на себе ощутили всю опасность подземных толчков. Страшно, страшно. Страшно? Да, да, очень страшно. Ничего страшного. Больше не удержишься. Больше не удержишься. Стекло полетит, шкаф полетит. А ведь в специальной кабинке была задана программа всего на 5 баллов. При 9-бальном же землетрясении людей бы просто выбросило через окно симулятора. Но в этот раз сотрудники ДЧС горожан пожалели. Пока тут людей приводили в чувство, в северной части здания уже вовсю развернулась спасательная операция. По учебному сценарию здесь произошло обрушение кровли. Все это вызвало сразу несколько очагов возгорания. Посетителей центра эвакуировали по воздуху, через лестницу и даже на руках. Некоторых пострадавших приходилось бы буквально вытаскивать из-под многотонной плиты. Тут медлить нельзя, так как эффект длительного сдавливания может вызвать омертвление кожных покровов. Службе ДЧС и спасателям понадобилось 4 часа, чтобы эвакуировать всех посетителей торгового дома. После тяжелой борьбы с искусственно созданной стихией была дана оценка общегородскому учению. Удовлетворительно. Целью сейсмотренировки является это повышение уровня подготовленности населения города Алматы к действиям в экстремальных ситуациях. Для того, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики. На станции Житыген произведена условно выгрузка прибывшей к нам на помощь техники с восточного Казахстана. Всего в общегородской сейсмотренировке было задействовано свыше 80 единиц спецтехники и более 900 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и спасательной службы. Стоит отметить, что после наглядной демонстрации учебных последствий землетрясения у горожан сменилось мнение о подготовке к такому происшествию. Многие из них захотели пройти дополнительные курсы и даже решили собрать у себя дома тревожные чемоданчики. В свою очередь в городе более 10 тысяч жилых объектов уже прошли проверку на сейсмоустойчивость. По итогам исследования будет проведено сейсмоусиление ненадежных домов. На это из бюджета выделят 6 миллиардов тенге. Также в мегаполисе по японской технологии внедрят систему раннего оповещения о сильных подземных толчках. Дильмурат Муталипов, Нурлан Досмагамбетов, Атамикен Бизнес.